Давайте выполним упражнение 15 на странице 15 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климановой. Разгадайте ребусы. Запишите имена ребят. Какие слова лишние? Первый ребус. Наташа. Второй. В ова Вова. В аля Валя. В о да вода. Бананы. В аня Ваня. На д я Надя. Лишними здесь будут слова вода и бананы, потому что это имена нарицательные. А Наташа, Вова, Валя, Ваня – это Надя. Это имена ребят, и это имена собственные. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.